Как кило? Столько кило? 110. 110. Привет. 100. Здорово. Очень сильный. Very strong. Мой боец. Брат. Казахстан. Казахстан, да? Да. Откуда? Алматы. Астана, Алматы. В Астане же родители в Алмате учат. А вы приехали? Сборы, коуч, тренер наш. В Бразилии сборы провели сейчас. Вот, поддержим Патрицию. Сейчас People Brothers. Готовим. Удачи. Давай, удачи. Спасибо. Удачи. Вам. А какую музыку ты слушаешь, когда бегаешь на дорожке? Да у меня всякое, у меня от шансона до попсы, там и все подряд, мне короче, и шансон, и попса, и рок русский, и какие-то иностранные песни. А рэп иностранный? Не, рэп иностранный. Хип-хоп музыка? Тоже. Тоже. А бывает, что Федор запрещает какую-то музыку слушать? Определенного типа. Не, ну понятное дело, он нас, ну, мне и самому не нравится там с матами музыка, песни там такие. Так если ничего такого нету, то ничего страшного. Ничего страшного, понял. Вадим, как тебе Саудовская Аравия, в частности климат? Тут он очень сухой. Как твой организм переносит все это? Да мне сухой климат нормально как бы. Ну пока я ничего не чувствую. Пока кайф. С морозов сюда приехать. Хорошо, это я вот когда дрался с Кори, я готовился в Таиланде, потом в Майами, там плюс 25 было, и поехал в Чикаго, и там было 0, минус 3, и очень ветрено, и вот там я попутал, конечно, потому что там невозможно было выйти на улицу, тело не привыкшее к морозам. Да. Ну, то есть заранее нужно приезжать в такие города? Да не то, что просто не шариться по улице надо было. Понял. Ты проведешь бой в тяжелом весе. Понятное дело, не надо гонять вес. А надо в неделю боя исключать из рациона какую-то еду, там, продукты определенного типа? Ну, я стараюсь всю подготовку, когда готовлюсь, не есть жареное такое, знаешь, масло текло. Потом сладкое стараюсь не налегать. Стараюсь есть еду такую полегче. В принципе, старый, ну, сладкое не ем, газировки убираю, все равно диету держу. Угу. Я не считаю калории, но по самочувствию знаю, что мне уже хорошо, что плохо. Скорости, я так полагаю, ты не потерял ничуть? Ну, скорости, да, чувствую себя хорошо. На скорости всегда работаем. Хочу быть, ну, какие-то должны быть, знаешь, перехожу в новый вес. Я там не являюсь каким-то выдающимся тяжеловесом. Там у меня нет роста под 2 метра, габаритов каких-то огромных. Ну, я хочу работать, выигрывать за счет скорости, работы на ногах, работать ногами, и как бы считаю, это мои сильные стороны будут для бойцов тяжелого веса. По десятибалльной шкале как бы оценил свою форму? Сейчас у меня отличная форма, чувствую себя вообще отлично, травм нет, слава богу, все хорошо, слава богу. По десятибалльной шкале, думаю, что... На все 10, в общем. Да. То есть и Федор тоже доволен? Да, вчера было, работали по лапам, вчера похуже чуть было, но вчера было с дороги, тяжковато. Перелет был ночной у нас, летели до Абу-Даби, потом в Абу-Даби пару часов и еще 2 часа почти сюда. Как бы все равно чуть это напряжно. Ну, сейчас сегодня выспался, день погуляли, нормально себя чувствовал, вообще отлично. Другая работа вообще была. Yeah.
Очевидно, есть большая пропасть между полутяжелым и тяжелым дивизионами. А не кажется, что введение промежуточной весовой категории, например, до сотки, это пошло бы на пользу, как минимум на пользу таким бойцам, как тоже Федор? 102 килограмма, я считаю, вот как в ОНФС сделали категорию. Да. Это, наверное, такой оптимальный вес. И вот у меня до 102 килограмм, до 103 вес уходил просто шикарно. У меня начинался экшен после 102 килограмм, после сотки. Это вообще просто пекло какое-то. Туда вообще никогда не хочется возвращаться. Потому что, во-первых, у тебя слабость, недомогание какое-то идет. А ближе к взвешиванию вообще и зрение садится, мне кажется. Даже так? Даже на зрение влияет? На все влияет. Голос садится, зрение. Там, я не знаю, что у меня там с внутренними органами было, когда кровь становилась как желе. Ну хорошо, что это все в прошлом. Если бы Федор Емельяненко как раз успал вот в этой весовой категории на закате своей карьеры, у него побед было бы больше, чем в тяжелом весе, как думаешь? Все-таки не самый крупный тяжеловес Федор. Ну, Федор, знаешь, да не знаю, как он, смотря какие бойцы ж были бы. Тут не, ну, я не знаю, как это рассудить, но Федор всегда дрался с топовыми бойцами и всегда выбирал себе позицию. Даже сейчас он говорит, хочу драться с Нгана. Это говорит о том, что он не хочет каких-то проходных боев и выходить там просто, как говорится, заработать денег и, там, и пойти отдыхать. Он хочет выйти и проверить себя в очередной раз, подраться, от души помахаться. Да. Вот говоря про Нгану, Сергей Харитонов заявил, что это пиар, желание Федора подраться по боксу с Нгану – это пиар. И в его желании он видит одно – это получить, цитата его, по кукушке и заработать денег. Можешь понять его слова, исходя из чего? Сергей Харитонов, он такими выражениями как раз-таки сами пиарится и насчет, за счет имени Федора, потому что он часто там говорит про всех. Сейчас там, его давно что-то не слышно, не было слышно, а одно время он часто выступал там и того, там какие-то там советы, замечания. В частности, Петру Яну. Петру Яну, да, там. Я думаю, не ему там давать советы, он не является там каким-то идолом, примером. Если бы он в своем возрасте сейчас всех бы выходил, вырубал и бил бы не тех, кого он бьет на всяких там непонятных турнирах, а выходил бы сам с Нгану, с Бейдером, ну, базара ноль. А тут еще можно какие-то советы давать, ну, не факт, что их надо слушать. А когда он выходит, непонятно кого бьет и дает какие-то советы, ну, я считаю, что это, может, он уже сам получил просто по кукушке. И поэтому что попало несет. Вадим, вот понятное дело, что ты с Федором очень близок. А что он дарит по дням рождения? Внимание. А из материального чего-то? Да так, когда как. Когда у нас, если так, на сборах там где-то, ну, что-то дарим, какие-то подарки. Если не на сборах, то, ну, никто не заморачиваемся особо.
максимально эмоциональный Федор, какой он? Максимально эмоциональный. Ну, это когда, наверное, готовится к боям. Uh-huh. Когда в воздухе, допустим, идет тренировка, и в воздухе просто летают искры. Вот это максимально эмоционален, когда там, замечание можно получить за то, что ты неправильно там, за то, что ты там почесался не вовремя. Понял. Есть популярное видео, где Федор в прошлом в Японии, смотря на бой брата, матерится. А может ли он сейчас на эмоциях применить мат, речь? Сейчас, ну, сколько я с Федором, я ни разу от него не слышал мата. И зато видео, когда там разговаривали, он говорит, очень сильно переживает то, что она вообще попала в сеть. И как бы, переживает то, что вообще он, ну, такой, как бы, так выражался и переживает очень сильно. Короче. Ну, сейчас такого вообще нет. Ни одного мата не слышал. Понял. А ты сам как относишься к русскому мату? Стараюсь убирать, конечно. Ну, бывает там либо на эмоциях, либо так там. Ну, стараюсь убирать. Понял. Ну и конфликтных ситуациях нет, наверное, уже у тебя и на улицах. Ничего такого давненько. Нету, ну бывает, на дорогах. Где-то у меня там что-то ЧП было, дела не клеились. Я вышел со спортзала, так очень сильно нервничал. И еду по улице, там авария получается. Угу. И а дорога две двухсторонние, одна туда, одна обратно полоса. И мой, получается, ряд как бы поехал, и чувак какой-то на десятке стоит. Он всех пропустил, так. И я ехал, и он меня, получается, блокирует. Я последний как бы ехал. Uh-huh. Сзади меня машин нет. Я ему моргаю, говорю, ну пропусти, говорю, я последний, говорю, сейчас я проеду, и ты поедешь. На что он мне начал кричать, типа, что ты тут крутой такой, что ли? Типа, у тебя машина там крутая. Хотя не выделяется моя машина сильно. А я говорю, у меня тут такое, ну, дела не очень шли, я очень на взводе был. Я к нему подошел, он сидит с семьей, с женой, с ребенком, я ему говорю, да пропусти меня, говорю, я уже вышел за машину. Сзади уже стоял, сзади машина за ней, они отъехали уже, а этот уперся. Ну и все, и он такой, типа, слышь, что ты вышел, я тебя сейчас шатать тут буду. Он не узнал меня. Я говорю, ну пойдем, а тут же ГАИ рядом все. Ага. Я говорю, пойдем, он за дом, зайдем в шатнер. Мы выходим, он схватает какую-то палку. Я думаю, ну если с палкой, то надо бить сейчас. И тут гаишник увидел, что я как бы стою на взводе. Он подошел, успокоил, попросил этого водить. А он уже сзади меня машины собрались, там, понятное дело. Он попросил этого дядьку отъехать, он отъезжает. Я проезжаю, и он меня дальше продолжает поливать. Тут я не выдерживаю, опять остановился, подошел, хотел его через окно прям насовать, но потом слышу, там жена, дети, я говорю, ладно, говорю, и поехал спокойно. А так, ну там, может, где-то и, конечно, спылил с матами. Вадим, ну понятно все, не все бойцы такого высокого уровня, как ты, а как в целом такие ситуации должны разрешаться, подобные? Да надо включать голову просто и вовремя тормозить. Ну, где-то лучше промолчать и схавать. Ну, я же говорю, я обычно, если даже на дороге на меня кто-то там сидит с соседней машины, поливает грязью, да. Ну, слышу прям по губам. Ну, я как бы думаю, ладно, езжай, что мне ему объяснять. А там уже просто у меня, видишь, нашла коса на камень, потому что я был на взводе, и чувак чуть нет, не попал в бегуди. Следующая остановка после Аравии, я так полагаю, это бой брата Виктора Немкова в нашем деле.
это ютубный промоушен. Как в команде в целом отреагировали на решение Виктора, в частности, как Федор отреагировал? Ну, Витька давно боев не было. И там хочется, ну, как бы ему подраться надо. И есть у него желание. Ну и поступило предложение, было несколько предложений, но от этой организации самое хорошее. И решили там. Ну, вначале как-то так себе было, а потом, когда посмотрели, какой будет карт, ну, в принципе, обычный турнир, как ничем не хуже там Fight Night или таких лиг сейчас высоких RCC. Да. Громкие имена, и поэтому я так понимаю, что наше дело хотят из поп-ММА как бы выйти туда посерьезней. Они уже вектор сменили и в целом, да, в этом направлении двигаются. Да, иногда, да, бывают там бои блогеров, но это прям редкое исключение. Да, но я считаю, что если надо делать бои блогеров, то надо как-то либо, если хотят, чтобы увидели все в главном карде, то их надо делать первым боем, там, ну никак не последним. То есть последний бой все равно должны быть бойцы такого высокого уровня. Чтобы не принижать бойцов, то нужно бойцы-блогеров проводить там в главном карде, ну там первым там, или вообще в андеркарде. В общем, не пришлось Федора убеждать в том, что это турнир больше профессиональный, чем такой. Не пришлось. Ну, Федор особо и не следит, ну, как бы за, не следит, я так понимаю, за этим турниром, то что, как бы, ну, ничего такого. Какой пояс тебе больше визуально нравится? Новый пояс PFL и Bellator, пояс твой Bellator? Или старый UFC-шный пояс, или новый UFC-шный пояс. Какой визуально тебе больше нравится? Я новый пояс PFL не видел завтра. Может, увижу где-нибудь. Не знаю. Но мой пояс нормально нравится. А если по сравнению с поясами UFC? Ну, в UFC там свои приколы есть. Там, знаешь, меняют кристаллики, да, там с белого на красный, если там сколько защит. Да, кстати, да-да-да. Вот добавляют там, они. Что-то там подписывают где-то. Как бы, ну, есть свой прикол. Ну, в Беллаторе такого нету. Ну, ничего страшного. Дай бог твоей победы, что дальше? Это, я так полагаю, победитель пары Феррейра Бейдер. Ну, мне хотелось бы, ну вообще цель на год стоит подраться, выиграть Капилозу, выиграть победителя пары Бейдер Феррейра и выиграть Нгану. Это, конечно, идеально, но мы предполагаем, а Господь. Какую картину в голове строишь, когда вот речь идет о Нгану? Какой бой складывается в голове? Это пока вообще не думаю, потому что это все вилы не по воде. Это все разговоры. Да. Как будет? Ну, не хочу забивать голову. Во-первых, у меня бой с Капилозой сейчас. Мне надо думать об этом. А во-вторых, будет бой с Нгану, скажут, что через 3 месяца драться. Вот там вот будем уже думать, что-то придумывать. Вот еще такой вопрос. Должен ли ты опережать Ислама Махачева в российском рейтинге Pound for Pound в случае победы в предстоящем бою и в случае завоевания пояса в тяжелом весе Bellator? Если честно, я сильно не заморачиваюсь с этими рейтингами Pound for Pound российскими, мировыми, беллаторовскими. Как бы приятно, что нахожусь в топах. Знаешь, ну сейчас Ислам, наверное, как сказать. Сейчас он, наверное, понятное дело, лучше на первом месте стоит. Это заслуженно, потому что яркая победа над Волконовски, там яркая победа над Оливейрой. Он тоже часто дерется. И дерется на высоком уровне, чемпион UFC. 70 килограмм категория тоже, как бы, наверное, самая, одна из самых престижных в ММА считается. Так что, ну, мне, в принципе, я рад, что я в топах, что будет рассказать, что детям, внукам.
Вот по поводу Волконовски, на прошлой неделе он проиграл. Ты наверняка смотрел этот бой или фрагмент боя? Ну, я видел сам саму концовку. Я не знаю, как бой шел. Ну, я могу сказать одно, то, что, скорее всего, он не восстановился после ислама еще. И Топури было на руку то, что он вышел, сколько прошло после боя? Ислам дрался в ноябре, да? Там? Почти 4 месяца. Ну, 4 месяца, я думаю, что это мало. Ему 4 месяца только надо было восстанавливать голову после того удара. А он уже, я думаю, месяц восстанавливался и начал подготовку к бою. Так что это сильно влияет. А вот бой потенциальный Топурия, Ислам Махачев. Как бы сложился этот поединок в целом, как ты думаешь? Есть ли шансы у Топурии? Я думаю, у Топурии нет шансов, потому что Ислам здоровее был бы Топурии, и борьбой бы он его просто съел. Не думаю, что он там ударки перебил бы, переиграл Ислама, но в борьбе у Ислама большое преимущество в физухе. Угу. А если выставить лучших полутяжей Беллатора против лучших полутяжей UFC, какой счет будет? От UFC это Перейра, Анкалаев и Джамал Хилл. От Беллатор Андерсон, Фил Дэвис и Ромеро. А как сводить? Смотри, какой бой, кто с кем будет драться. Ну, в целом, да. Стили делают бои, как бы, да. Да. Если Андерсон Перейра, то Андерсон выиграет, я думаю. Если Фил Дэвис, Анкалаев, ну, может, Анкалаев. А Джамал Хилл, Ромеро, может, Ромеро. Тут такой бой. Если честно, Джамал Хилла, я вообще ни одного боя не смотрел полностью. Я только видел, как он Волкера нокаутировал, еще кого-то там вырубил. Напоследок, как тебе американские больницы? Тебя же возили после несостоявшегося поединка с Андерсоном. Да я там частый гость. Ну, как пример я привел. Ну, я понял, да. Ну, там, не знаю, как сказать. Как есть. Как есть. Ну, каждый раз мне зашивали очень долго все это происходило. Я не знаю, может, это связано с тем, что я представитель другой страны, и там, наверное, может, документов много заполнялось, я не знаю. Ну, после боя с Фил Дэвисом, после боя с Андерсоном я ездил, и всегда было это 2-3 часа там зашивают. Все это время лежишь, и 10 минут подходят, просто зашивают. А так больницы там, ну, нормальные. Не скажу, что там прям что-то сверхъестественное. То есть, там, все подряд там лечатся, грубо говоря. Ну, по сравнению с нашими больницами в России, то есть ли какие-то колоссальные? Нет, ничего такого. Уровень врачей, я бы не сказал, что там какой-то сверхъестественный. Один раз мне зашивали не в больнице, а зашили, с боя вышел, сечка сразу зашил врач. После чего у меня начал глаз воспаляться, я вообще охренел тогда. Когда я подрался с Джулиасом Ангискасом, у меня рассечение было, не знаю, в первом или втором раунде. И мне потом засовывали туда вазелин, попадало
пот, это его кровь, моя кровь, там, короче, все перемешалось. Я захожу под трибуну, врач ничем не обрабатывает, просто берет, вкалывает там, обезболивающее и зашивает. Я тогда еще подумал, я ему говорю, приведите, почему ничего не обезболил, ну, не обеззаразил. Ну и все, и утром мы вылетели. Первый перелет у нас был, по-моему, Сан-Хосе дрался, или Сан-Хосе, или еще какой-то город. С этого города до Нью-Йорка долетел, и потом у меня один глаз проснулся, а второй глаз уснул, короче. Вот такой, сися такая надулась. Очень большой глаз был. И у меня не было с собой противовоспалительный, потому что все в багаже у меня там лежит всегда пару пачек Немесила на состояние после, ну, после боев. Он уже был в багажнике. И вот пока я долетел до Москвы, пока я не выпил Немесила, я там выпиваю, помню, первый пакетик Немесила, у меня просто глаз открывается сразу. Я вообще... Ну, как бы врачи есть и там, что попало, и в России, что попало, и там хорошие врачи, и у нас хорошие врачи. Такого нельзя сказать, что там каждый врач — это светило.